Мощно начали игру. Соперник оборонялся большими силами. Они играли по схеме 3-5-2. Хорошо работали фланги, активно действовали защитники. В одном из таких эпизодов Гагличидзе сделал голевую передачу Уткину. Далее продолжали оказывать давление. Было много передач, проникающих низом. Не боялись рисковать. В одном из таких эпизодов соперник заработал удаление. И, в принципе, после этого они уже никаких нам проблем не создали. И мы весь матч провели в атаке. Забили 7 мячей по итогу. Показали содержательный атакующий футбол. И в целом всем довольны. Насколько сложно было настраивать ребят на эту игру, которая, по сути, турнирного значения уже не имела? Вообще не было никаких сложностей по настрою. Видно было и по тренировочному процессу, что у всех было большое желание закончить хорошо сезон. Ну и последний вопрос. Сегодня нужно было забить Игнатьеву, чтобы стать единоличным лучшим бомбардиром. В итоге он забил 4 мяча. Была установка играть на Игнатьева? Думаю, если бы была бы такая установка, он не забил бы 4. Попросили играть в свой футбол. Но ребята, для них это тоже была большая цель. Мы одна команда. И видно, что чуть-чуть больше, чем обычно, играли на него. Но радует, что в итоге он стал лучшим бомбардиром.